На четвертом месте у нас сегодня Егор Промошкин, на третьем месте Никита Гуреев. Все, лето кончилось, поэтому сегодня без мороженого. На втором месте Анастасия Пухлякова. И на первом месте Павел Дякин. Улыбаемся и матом. Хотя бы улыбаться. Да, что-то как-то с улыбкой. Пока не очень. Видимо, потому что мороженого не дали. Зачет леди. Анна Голикова у нас была сегодня четвертой. А на третьем месте Анна Колесникова. Ой, извините, Алина. Алиса. Алиса, Алиса. Я что-то, знаешь, смотрел бы, да. Смотрел бы на тебя, сказал бы Алиса. Что? Слушай, я тебе показать, вот как Антон написал. А это Антон? Ну, он же, вот ты думаешь, я печатный, все, видишь, да? Попробуем. Прочитай. Анастасия Пухлякова на втором. А вы же делаете замечание, я сейчас свою фамилию перепутаю, как все это любят делать. И на первом месте Екатерина. Нет, почему забыл? Все думают, что ты Михайлова почему-то. А на самом деле Екатерина Малахова. Ну давайте улыбаться. Шампанским обливаться. Я не знаю. Но сегодня зачеты стандарты, ты же видела, тут так вон, посмотрите. Думаете, тут дождь прошел, это тут купание было в шампанском сегодня. Народ оттопырился не по-детски. Сейчас посмотрим, чем спортивные зачеты ответят. Зачет классика. Третье место. Евгений Путихин. Второе место. Иван Федоров. И первое место. Игорь Цыганков. Ну-ка. Что, куда? Это же не женский зачет был. Куда? Подожди, подожди. Ничего себе. Не дай бог так изголодать, да? Вы как за столом на Новый год прям. Зачет спорт 1600. Третье место. Максим Казаков. Можно еще раз похлопать. Второе место. Андрей Шишкин. И первое место. Роман Морозов. Да. Не, ну ты вот сегодня утром что-то было.
купали-то? Детям алкоголь давать нельзя. Ну, так, а зачем тогда им давать? Спорт 3000. Третье место. Александр Глухов. Второе место. Сергей Барабокин. Вдвоем пришли, да? Ну, тогда заходи, Алексей Тишаков, на первое место. Шампанское только в стандартных зачетах надо выдавать. Зачетом лим. Ну, а еще последнее, хотя надежды нету, потому что люди практически те же. Анлим, третье место. Александр Глухов. Не, ну там-то есть. Второе место. Сергей Барабокин. Домой как с рыбалки приходят, что ли? Вот у меня сегодня две бутылки шампанского, да? И первое место Алексей Тишаков. Давайте, ну! Ну! О, давай! Давай! Постучать по полу надо, бамс! Главное, чтобы класс сейчас есть. Да поливай их, не стесняйся! Ну, о, ну, хоть так. Ну что, в командном зачете у нас сегодня аж 5 команд было. Аж 5 команд. И с отрывом в одно, не постесняйся это слово, очко назвать, да? Победила команда СВВМ Спорт. Есть представитель команды? Я просил отставить представителя на всякий случай. Что, нету? Да. Ну и ладно.